современном мире браться за оружие, но это смерти подобно. Это самоубийство. Согласитесь, самоубийство. Конечно. В современном мире. И тем более здесь, в центре Европы. И тем более с Белоруссией. Ведь здесь всегда, на этом куске земли в центре, все войны разворачивались. Отсюда все начиналось. Ну что, история ничему не учит? Поэтому бороться сегодня против мигрантов леопардами, вы меня извините, мы с вами люди военные, мы понимаем, что такое сегодня вести войну с этими несчастными людьми на границе Польши, допустим, с Белоруссией и выдвигать колонны танков. Ясно, что это какая-то тренировка или шантаж. Мы, конечно, спокойно этому противостоим. Мы не задираемся, как некоторые в России пописывают и наши беглые там с ними, потому что мы знаем, что если, не дай бог, мы допустим какую-то ошибку, если мы оступимся, то это сразу же вовлечет в этот водоворот России. А это крупнейшая ядерная держава. Я не безумец, я прекрасно понимаю, к чему это может привести. Поэтому никакой тут нет, знаете, какого-то героизма, схватил автомат и пошел на польскую границу, кстати, где я служил в свое время пограничником. Нет, ни в коем случае. Мы даем себе отчет, мы знаем свое место, но, Игорь, мы на колени не станем.